можно, да? Как, слабенько, да? А, ты не видел. А деревья меня не любят. Вот оно дерево. Опа-на! Ай, ты сука. Такая же хуйня, прямо лесом. Опа, что-то повис. Прямо лицом на ветку. Сука. Только ты сказал, отталкивайся от деревьев. И как я в нее вписался. Не видно здесь ничего такого? Ну, значит, нормально. До свадьбы заживет. 13-й прыжок. Чёртова дюжина у меня. Да? Ну. А вот я и думаю, как тебя будет. А что-то ниже-то нет. Поехали. Просто так, что ли, завис? Сказал же, блядь, отталкивайся от деревьев. Я оттолкнулся. Обвязку надо обратно отправить. Да? Что, народу больше не будет? Ну, что-то нету никого вроде. Блядь. Вот так вот, ништяк. О, арбуз. Иди сюда. Так долго на экзите я ни разу не стоял. Чё ты там долго так стоял-то? Да просто привыкал к высоте, хотел хоть насладиться. А то, блин, он... пошел, прыгнул, да? Да, в этом, нынче на Кавказе-то прыгал. Два раза прыгнул, на третий раз мне посмотрел, ты говорит, заебал. Ты что так сразу прыгаешь, что мы тебя даже снять не успеваем на камеру. Подожди, так.